Пустяк! Приказывай, господин. Пустяк! Приказывай, господин. Пустяк! Ты что, сдурел? Дай мне. Осторожно. О, Ванес, ты не знаешь, как успокоить ребенка? Дай ему грудь. Да? Хорошо, я одолжу твоей жены, если не возражаешь. Только я не очень уверен, что она у нее есть. Подождите, ну подождите, я сейчас ему отвечу. Только не мешайте. О, Ванес, помолчите же вы, дайте же мне сказать. Давай, давай, выступай, артист. Георг, если ты сейчас же не заткнешься, то я уйду домой. Вот так. Нико, продолжай. Да что с тобой, ты оглох? Нико, говори. Дядя Нико, текст говори. Говори текст. Устьян, Устьян. Ты что, онемел? Скажи хоть одно слово. Не играйте пока. Нико, возьми себя в руки. Убери голову. Георг! А ну быстро сядь. Сядь, говорю! Балаган решили устроить. Людьми будьте, людьми! На этой сцене Ваграм Папазян играл. Совсем одичали. Играйте. Устьян! Зовем, толстяк! Кто кричал? Кто, я вас спрашиваю? Пусть в лицо мне скажет, если он мужчина. Продолжай, Никол. Устья! Приказывай, Никол, господин. Никол, ты меня слышишь? Никол, послушай, война! Да что, Сак, война у нас только в третьем действии. Я не про это. А мы играем первое. Подожди ты. Не понимает. Началась война! Война началась! Эй, Никол! Ну что ты споришь? Мы и то Саха слышим, а ты нет! Эй, куда ты? Куда надо? Лезь обратно! Пусти! Хочешь спектакль Пусти. Сорвать? Сак, выходи! А ты, мужик, не пускай! Ты с ума пусти, сошел, народ над нами смеется. Выслушай хоть ты меня. Война началась, война. Люди, война началась, война.
Симон, осторожно. Держи ноги в тепле. Давай, не простудись. Мама, иди себя. Присматривай за моей Дарьей. Куда вы нас? Вода, вода. Запомни, внучок, храброго пуля боится. Нашего роду трусов не было. Выйди, дай еще раз взглянуть на тебя. Мама, не забывай мою Дарьи. Вартан, родной. Кто там у нас? Приедешь, набежишь. Вартан. Ваши дары, как не можно слезами бороться. Мама, не оставляй мою Дарьи. Сломили сопротивление противника и заставили его сложить оружие. Уничтожена еще одна группировка врага. На всех фронтах наши войска ведут ожесточенные бои. Ну да, Мушех. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Мушех Джан! Глазам своим не верю, Мушек Джан! Люди, смотрите! Мушек вернулся! Мушек пришел с фронта! Скорей! Мушек! Скорей! Что там, вернулся кто? Мушек с фронта вернулся! Мушек Джан, мы его Тиграна не видим! Нет, нет, не видим! Мы же вместе уехали! По дороге в Керчь мы расстались! А где вы расстались, Мушек? Мы все попали в разные места! Не видел, тетушка. Белорусского нет. Нет, нет, не видел, дядя Арташ. Извини, нет. Я же говорю, мы расстались еще в дороге. Где мой возьми? Мне же так написал, что вы вместе воюете. Слышишь меня, Мушка? Ну ты можешь мне наконец ответить? Скажите мне, люди, это мой сын? Это мой Армен. Армен, конечно. Ах ты, сукин сын. Дай сюда. Мужик. Ах ты, Мужик, щенок. Он это с ума сошел. Пожалей ребенка. По вагонам шатаешься. Попрошайничаешь. Хлеб клянчишь. Похоронил отца, да? Стой. Стой, говорю. Армен. Армен. Стой, щенок. Я же не могу больше за тобой бегать. Я устал. Стой. Стой! Армен! Армен! Ну, я прошу тебя, сынок! Ну, пожалуйста, Армен Джан! Стыд какой, взрослый человек! Совсем на того ты набросился на сына! Ребенка мучаешь? Подойди. Не бойся меня, Армен Джан. Не плачь, не плачь. Правильно, иди, не правильно. Бойся. Он же твой отец. Иди, иди. Ну, понервничал. Ах ты, бедняжка. Все бывает. Папа!
группе и занять Курск. Отразив все попытки противника прорваться в Курску со стороны Орла и Белгорода, наши войска сами перешли в наступление и 5 августа, ровно через месяц после начала июльского наступления немцев, заняли Орел и Белгород. Тем самым разоблачена легенда немцев о том, что будто бы советские войска не в состоянии вести летом успешные наступления. Во знаменование одержанной победы 5-й, 129-й, 380-й стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в город Орел и освободившим его, присвоить наименование Орловских и впредь их именовать 5-я Орловская стрелковая дивизия, 129-я Орловская стрелковая дивизия, 380-я Орловская стрелковая дивизия. 89-й гвардейской и 305-й стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в город Белгород и освободившим его, присвоить наименование Белгородских и впредь их именовать 89-я гвардейская Белгородская стрелковая дивизия, 305-я Белгородская стрелковая дивизия. Эй, люди! Выходите из домов! Мы вам покажем сейчас самый сложный номер в мире! На канате сам Бардук Пахлеварян! Самый сложный номер в мире! Выйдите и посмотрите! Самый лучший в мире клоун, люди, он перед вами, это я! То сколько может, то сколько может, пусть даст! Опа! 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 Пошлет ему 1000! То сколько может! Ну как, мать? Хорошо? Хорошо. Люди, то сколько может! Отвоевался. Полмира обошел, говорят. Тяжело было, да? Оберон. Оберон. Сынок. Ну как ты? Ничего, ничего, дядя Муша. Работаю на заводе. Ну, а после работы деньги вот собираю для эвакуированных сирот. Это хорошо. Наш спектакль, помнишь? Сака убили. Завена убили. Многие из наших погибли. Ну, а те, кто вернулись домой, кое-как живут. Да, убирал. Знаю.
Вартанян Варсик! Где она? Где эта счастливая женщина, которая через день письма получает? Я точно знаю, о чем сын пишет. Наверняка скоро вернется. Варсик, Варсик, тебе письмо, письмо. Поздравляю, поздравляю. Варсик, рад, Варсик, выходи скорее, тебе письмо от сына. А где оно? Иди где? Сюда. Дай, дай скорее, Николджан. Спасибо успокойся. Тебе, спасибо большое. Вот, наконец, пошли тебе, Бог здоровья. На СС, на СС. Откачика пришло. Карапетян Хорен! Я! От Геворка! Здесь я! От моего Геворка! Языка он спасибо взял! Спасибо тебе, Никол! За это идем. Его и наградили! Идем, Харанчан! Наш Геворк справился с любым принцем! Вы слышали от моего Геворка? Смирнова Ксения! Я? Боже мой! Боже мой! О! Шесть месяцев ждала! Шесть месяцев ждала. Не плачь, не он плачь, жив. Я же говорю, он жив. Получишь письмо. Ой. Сегодня писем больше нет. Потерпите, вы тоже получите. А сейчас идите. Идите по своим делам. То, что ты хочешь сказать. Никол, говори сразу, не бойся. Вороздат? Яиш? Корюн? Корюн мой! Корюн мой! Когда вернулся? Вчера. Эх, жизнь, жизнь, будь она неладна. Второго сына потеряла. Thank you.
Сына Рагела пришла сегодня похоронка Оберон. Марусиного мужа убили, Оберон. Тетушка Аястан все время молчит. Она сойдет с ума, Оберон. Все будет хорошо, Сатаник. Что вам, тетушка Аястан? Карточку Корюна принесла. Увеличим, Шахчан. Не надо. Не верь. Нет, материнское сердце не обманет. Увеличим, Шахчан.
что ты каждой бумажке веришь. Идет война. Мало ли что бывает. Я Корюна хорошо знаю. Его пуля не возьмет. И ты своего сына знаешь. Ребята там воюют, а вы здесь, черт возьми, что вы их хороните? Да, ты все правильно говоришь, Мушельчан. Вернется. Вернется. Конечно, он вернется. А ты все-таки увеличь. Входи, Артуш. Входи. Закрой дверь. Мушельчан, ты это, сними нас. Сын фотографии просит. На фронт пошлем. Садись. Садись, Артуш. Сяду. А как же? Улыбайтесь. Конечно. Мушельчан, мы сейчас улыбнемся. Бартушчан, улыбайся. На фронте нужны ваши улыбки. Улыбайтесь. Многих из нас уже нет. Что делать, война? Пришел ко мне дядя Хорен. Я ему говорю, улыбайся. А он вместе со своей старухой плачет. Вы знаете, я для того вас здесь собрал. Мало нас осталось. Мало. Но мы должны сыграть спектакль. Ну что вы молчите? Скажите что-нибудь. Куда ты, Рубен? На работу. Я не могу ерундой заниматься. У меня дети, семья, ее надо кормить. Подожди, Рубен. Ты прав. Он верно говорит. Кто сегодня придет на спектакль? Люди думают только о фронте, да о том, как прожить. А театр никому не нужен. Именно этим людям театр и нужен. И они обязательно придут. Нельзя же все время думать только о своих несчастьях. Театр им просто необходим. Как воздух, как вода, как хлеб, наконец. Да поймите, театр нужен их голодным желудкам. Рубен, вернись. Вы оба правильно говорите. Правильно. Хлеб это еще не все. Мушек верно сказал. Не знаю, как это объяснить, но всем своим нутром чувствую, что верно сказано. Но у меня есть такой вопрос. В один прекрасный день меня отправляют на фронт. Кто будет играть мою роль? Я тебя спрашиваю. Ты об этом подумал? Кто с ней сможет справиться? Слушай, ты, кажется, все мозги растерял. Возьмитесь за ум, неужели вам делать нечего? Когда ты перед пленными кренделя выписываешь каждый день, куражишься на мотоцикле. Как обезьяна им рожи корчишь, ты почему-то не думаешь, чем семью кормить. Чего ты орешь? Ты что на меня орешь? Иди, иди, фрицам показывай спектакль. Я сам знаю, куда мне идти. Ты в мои дела не лезь, Мушек, это меня одного касается. Не лезь, Мушек. Это еще что?
Кто вам велел повесить тут мой портрет? А? Дядя Мушех. Хорошо, хорошо. Опусти руки. Какого черта ты вывесил мой портрет? Я тебя спрашиваю, Мушек. Почему там висит мой портрет? Обожди, Рубен. Поехали дальше. Замечательно. С какого места? Эй, непобедимый назад. А, все понял. Эй, непобедимый назад. Нет, вот так. Эй, непобедимый Назар! Эй, непобедимый Назар! Вот, мы столько черт говорили, а ты помалкивал. Кто знает, где ты мысленно побывал и откуда вернулся. Ну, посмотрим, что ты привез из этих мест. Что ты завываешь? 6 лет учим этого человека разговаривать. Он все воет и воет, воет и воет. Ты не можешь играть реалистично? Покажу в последний раз. Эй, непобедимый Назар, мы столько говорили, а ты помалкивал. Как там дальше текст? Скажи мне, Сроп. Кто знает, где ты... Ладно, поняли. Кто знает, где ты мысленно побывал, откуда вернулся? Ну, посмотрим, что ты привез из этих мест, непобедимый Назар. А? Ясно? Что совершила ты? Отвечу. Выговорить тошно, нет сил. На небе зажимают нос, и месяц закрывается. И ветер, целующий все вещи на земле, так он распутен, прячется от срама. А ты не знаешь, шлюха без стыда. Так, Ваграм Папазян играл Отелло. Мушек Джен, сегодня у меня дежурство. Я тоже пойду. Они больше не придут. Ошибаешься, сынок. Они не могут не прийти. Я их хорошо знаю. Не толкайтесь! Встаньте в очередь! Мисс Робджан! Нет, может, ты объяснишь этой женщине, чтобы она поняла? Быстрее, быстрее! Я же сказал, без паники! Без паники! Мисс Робджан! Поднимитесь! Еще, еще! Вот так! Хорошо! Мне прогул запишут! Что вы за люди? Человеческого языка не понимаете? Что вы за люди, в конце концов? Подотвиньтесь, подотвиньтесь! 1000 раз вам повторять! Зачем мы эти камни ставили, если очередь не соблюдайте? Уйди, уйди! Все вперед лезут, а? Отодвиньтесь, не мешайте! Быстрее, быстрее, да быстрее! Что ты возишься, ну? Всем хватит, не лезьте! Кто-нибудь, наконец, может мне сказать, что я тут делаю? Почему я до сих пор не на фронте, а? Я вас спрашиваю, почему я до сих пор не на фронте? Что я тут делаю? Замолчи! Все! Родной мой, мне прогул запишут. Нет, дайте ему дорогу, иди. Стоять, сейчас начнут раздавать, успокойтесь. Иди, сейчас получите хлеб, успокойтесь. Хайль Гитлер! Хайль! Хайль! Чтоб ты
подох, Гитлер подох! Бейте его! Стойте! Я же хотел пошутить. Аберон, сними с лица эту мерзость. Вы что? Совсем сдурели? Довольны сами собой? Да? Вы же человека чуть не убили. Разойдитесь. Быстро по домам, чтобы я вас не видел. Москва. Говорит Москва. Видишь подкову? Это Аршакова коня. Какой был конь? Какой конь, Сатыник? Ты знаешь, я не могу объяснить. Он был как ветер. Не ветер, нет, он был как молния. А грива, Сатыник, какая у него была грива? А глаза, ты бы видела его глаза. Грустные, влажные и очень красивые. А когда он скакал, у него пламя вырывалось из-под копыт. Ты видела, Сатыник? Видела когда-нибудь, как месяц мчится сквозь облака? Он был как месяц. Как он мчался? Но почему-то у него всегда были грустные глаза. Почему? Ты не знаешь, Сатыник? Когда я был маленький, Аршак позволял мне кататься. И конь, наверное, чувствовал, что я ребенок. Он меня не сбрасывал. Мы с ним однажды ночью гонялись за звездами. Как было здорово! Небо кружилось над головой. Аршак сказал: «Оберон, пожалей коня, не мучай его». Забрали на фронт. Где он теперь, не знаю. Только подкова осталась. Жена Аршака сберегла и мне подарила.
тоже имеешь право на жизнь. Ты мне не можешь сказать, почему люди не смеются. Не смеются, что бы я ни делал. Не знаешь? Вот и я не знаю. Дядя Мушек говорит, людям нужна надежда. Поняла? И вот завтра мы ее будем раздавать. Ветер разгонит черные тучи и засияет чистое небо. Хорошо? Ветер разгонит тучи и чистое небо. Хорошо, мой мальчик. Еще так напиши. С воином связана твоя судьба. Он сейчас в бою. Но близок час победы. Скоро он вернется домой. Вот это хорошо, мать. Ты пиши. Час победы. Домой. И вот так. Скоро прилетит белый голубь. Он принесет в ваш дом счастье. Прекрасно, мать. Замечательно. Скоро прилетит белый голубь. Он принесет ваш дом счастье. Мать, а так, если вдруг письмо с фронта запоздает, не беспокойтесь. Ваш воин жив и здоров. Он сражается за родину. Ну как? Очень хорошо. Пишу. Сражается за родину. А это послушай. Да, мать. Если ты заплачешь во сне, не пугайся, это означает, что в ваш дом скоро придет радость. Если заплачешь во сне, не пугайся, в ваш дом скоро придет радость. Люди! Кому погадать? Выходите из домов! Попытайте свое счастье! Эй, люди, выходите! Я самая правдивая гадалка в мире! Люди! Дядя Хурем, хочешь погадать? Да. Ну куда ты, дядя Хурем? Подожди, я тебя прошу. Дай руку погадать. Останови, у меня времени нет, дядя Хурем. Работу опаздываю. На. Ну-ка. Молодец. Ну, я беру. Люди! Выходите, люди! Тетя Моник, давай погадаю тебе. Я за этим и пришла. Дай-ка руку. Скоро прилетит белый голубь, он принесет в ваш дом счастье, тетя Моник. Спасибо, милый. Ты видишь, значит, Ашот скоро вернется. Оберон. Эй, люди, идите сюда. Что? Погадай мне, обязательно, Оберон. Таня Джан. Значит так, слушайте, если во сне ты заплачешь, не пугайся. Это означает, что скоро в твой дом придет счастье. Твой муж, Таня Джан, скоро разобьет врага и вернется домой. И мне погадай. Вот моя рука, Оберон. Оберон, Оберон, а мне? Всем погадаю. А это кому? Кому это? Вытаскивает для тебя тетя Ашхен. Хорошо написано. Тебя ждет большое счастье. Спасибо, сынок. А мне? А мне, Оберон? Возьми, тетя Васик. Дай руку тетя Рус. Дай тебе Бог здоровья. Добро всегда побеждает зло. Да. Скоро в вашем доме будет свадьба и большое веселье. Да, сынок. Люди!
Я гадаю! Кому еще погадать? Дядя Никол, погадать тебе? Эти бумажки вранье. Что написано у человека на роду, то и сбудется. Только жаль, что никто не может этого прочесть. Но они же мне верили, эти люди. Видишь, они поверили твоим бумажкам, а я приношу им эти. Вот похоронка на третьего сына тетушки Хаястан, Вороздата. Ты понимаешь меня, Оберон? Пойди отдай. Нет, нет, я не могу. Оберон. Я тоже не могу, с меня хватит. Я и так себя под лицом чувствую. Говорю тебе, отнеси. Нет, дядя Никол, я не пойду. Оберон, ну, прошу, очень прошу. Иди, мой дорогой. Это ты, Оберон, случилось что, сынок? Вороздат. Да, мой Вороздат. Отец его так любил. Так любил. Нет, 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 не так. Опять не так. Давай сначала. Никол, у тебя в руке флаг. Гордо, гордо входи. Ага, и лечь туда. Да, подойдешь и ляжешь. Я все понял, у меня в руке флаг. Начинай. Я прохожу и ложусь. Репетируй. Смотри. Тонким голосом. Да-да, я помню сейчас. Ложись. Что я слышу? Нет, нет, сначала ляг, потом говори. Да-да-да, что помню. Я слышу? Ложусь. Глупый народ! Они не хотят отдать свои земли! Рискуют головой! Нет, 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 Никол, дорогой. Это ваши деды! Я же сказал тонким голосом. Тонким, очень тонким. Тонко голосом. Говоришь. Тонко и реалистично. Тонко и реалистично. Как вы осмелились мне об этом докладывать? Я храбрый Назар! Еще мои деды правили этой страной! Разве так они заботились больше о моем... Больше удивления. Так они заботились о моем народе! Что слышат мои уши? Замечательно. Что слышат мои уши? Что с ним такое? Я не могу, он наигрывает. Подожди. Не мешай, говорю тебе. Дальше, дальше. Кто они такие? Семь великанов, господин. Ты все-таки объясни мне, кому нужна эта пьеса? Кого она заинтересует? Только зря время теряем. Почему меня на фронт не берут? Ну что, я хуже всех? Скажи, хуже всех? Эти проклятые фашисты кричали бы при виде меня. Бегите, бегите, мясроб идет. Ахтунг, ахтунг. Могло же быть так. Конечно, но ты не прав насчет пьесы.
Я сейчас расскажу, кто такой Назар, что он за человек. Бездарь и выскочка. Жалкий трус. Хвостун. По воле случая он становится правителем, его власть безгранична. И вдруг великаны. Он удивлен, почему они добровольно не хотят отдать свои земли. Назар очень похож на Гитлера. Он хочет завладеть миром. Слишком многого хочет. Да подожди ты. Ты должен играть так, как будто Назар — это Гитлер. Поэтому говори визгливо. Я хочу, чтобы люди сразу поняли, кого ты изображаешь. Прибавь в голосе истеричность. Ты понял? Да-да, ты я... хорошо все понял? Хорошо. Репетируй. Отойди, не мешай. Поехали. Что творится на свете? Как смеют они не отдавать свои земли? Я Назар Великий Храбрец, и мои уши не привыкли такое слышать. Царями были еще мои деды. Разве так нужно заботиться о моем народе? Я спрашиваю, кто они? Семь великанов, господин. Отлично. Полюбуйтесь на Оберона. Приказывай, мой господин, приказывай. Смогу сыграть остря. Сними юбку, не позорься. Все на месте. Какая красавица. Ну и шутник, Оберон. Сегодня, когда советский многонациональный народ сражается с гитлеровским фашизмом, мы не имеем права терять ни одной минуты. Работать, работать и только работать – это наш святой долг. Я знаю, трудно, тяжело, от голода люди у станков теряют сознание. Но воинам нужна наша продукция, товарищи! Ведь из нашей ткани шьют одежду для солдат-защитников Родины, которые в мороз и под палящим солнцем и в дождь идут в бой с одной только целью – уничтожить врага, уничтожить ненавистный фашизм. Слово «воин» означает многое. Для каждого из нас это отец, это мать, сын, брат, сестра, это слово священно, оно означает герой. Матери, отцы, у нашей многонациональной родины много славных героев. И в одном ряду с ними сыны армянского народа. Нельсон Степанян, Баграмян, Унан Аветисян, Гукас Мадоян, Самсон Мкртумян и многие, многие другие. И сегодня у нас огромный праздник. Наконец прорвана ленинградская блокада. Стало известно, что в этих боях совершил подвиг наш земляк Егиш Саркисян. Он удостоен звания Героя Советского Союза. А сейчас, товарищи, слово предоставляется матери героя, тетушке Хайастан. Что мне сказать? Не знаю. Я... Аршалуесер норер бацвел Ах, динкертнац нерсмата Ай, сирун дзиду инзаса Вордех тогир им балин Вор саритак, вор зоримен
стацав, ампузам беж дзюнгукар. Арева чернел чебацав, еркин кулар каргулар. Аршалуй сер норер бацвен, ах, динкартнац нер. Это Ник, жди меня. Кончится война, и я обязательно вернусь. Я тебя очень люблю, Оберон. Сын Сирануш вместе с ним. Сын Петроса тоже. Пришла их очередь воевать. Что ж, правильно. Только вот актеров нет. Люди измотаны, ни к чему душа не лежит. Спасибо тебе, Назик, что пришла. Трудно нам. Столько времени... Репетируем. До сих пор ничего не получается. Почему ты опаздываешь? У тебя совесть есть? Не ругайся, мушек. У меня к тебе дело. Давай, спускайся. Спускайся. Какое дело? Очень важное. Открывай свой павильон. Сфотографируй меня. Да что случилось? С фронта письмо пришло от Ивана. Просит мою фотографию. Я должен отправить. Идем скорее. Этот человек сошел с ума. Мы здесь мучаемся, репетируем день и ночь, а тебе фотографироваться, видите ли, приспичило. Это же для Ивана. Знаешь, кто он? Тот человек, который спас мне жизнь. Тот самый человек. Если бы не он, родные мои давно бы осиротели. Неужели вы не понимаете? Иван — это тот человек, с которым мы утопая шли через болото. Тот человек, с кем мы делили кусок хлеба. Ты знаешь, что его деревни больше нет? Ее сожгли фашисты. У него никого не осталось, ни матери, ни жены, ни детей. Всех убили. А когда меня контузило, он сам, раненый, срубил сук и меня, обмороженного, вытащил из ямы. Ведь Иван... Вы не знаете его. Иван это... Иван...
Это что за вино? Ячмядинское, браток. А ну, плесни немного попробовать. Если понравится, возьму пару бутылок. Ага. Ячмядинское вино, говорят, хорошее. Домашнее, да? Домашнее, конечно. Ну, посмотрим. Настоящее, виноградное. Хорошее вино. Да, крепкое. Корони рядом с тобой живет? Я такого не знаю. Напрасно не знаешь. Ты прав, хорошее вино. Куплю чуть позже. Мне твое вино понравилось. Сейчас приду. Откуда вино? Из Аштарака. Вон то, ячмядинское, хорошее. Мое не хуже. Налей немного попробовать. Вкусное возьму. Ты знаешь вино из Аштарака? Вано? Этот вано? Кто он такой? Ты вано не знаешь? Нет. Он живет... Вано, он у моста живет. Я сейчас тебе расскажу. А ты не уходи! Ячмядинское вино хорошее, я обязательно куплю. Не нравится? Нет, почему хорошее? Этот вано, вано. Неужели ты его не знаешь? Нет. Это вино откуда? Васки-васка, да. Издалека. Далее попробовать, понравится, куплю. Сначала деньги, дорогой. А, тебе деньги сначала? Да. А ты яиша знаешь? Нет. Яиша нет. Убили. На фронте. А ты? Ты здесь вином торгуешь. Тебе не стыдно, здоровый мужик, по базару шваешься. Я хочу выпить, налей. Слушай, ты мне голову не морочь. Заплати и пей сколько хочешь. Заплатить? Да. На. Анес, он только пробует. Хочет ну, даром напиться. Я хочу даром напиться. Отсюда. А ну, открой пасть! Да, что? Я туда вина залью, чтоб ты им подавился. Задушу! Или здоровой рукой, а искалечу начни! Не толкай! Не толкай меня! А то я тебе обрежу! Прохвост! Ты на кого руку поднял? Муша! Рыса! Дай меня! Ах ты смеешь, мало он на фронте кровь проливал! Ах ты сволочь! Это же Никол, гадина! Не заводи! Это же Никол! Где-нибудь болит? Пошли. Муша, только ты меня поймешь. Моего Размика убили. Такой парень погиб. Зачем мне теперь жить? Виспер, чтоб высохло чрево твоей матери! Размик, сын мой. Не пей, Никол. Ты же пропадешь. Да тебе и не к лицу. Прошу тебя, не пей, Никол! Не тронь меня! Встань! Будь все проклято! Встань! Не зашиб руку. Пусти! Ну ладно, прости. Ты можешь разносить похоронки. На троих сыновей тетушки Айстан. Я уже принес. Это четвертое. На Иише. Четвертое и последнее. Ношу в сумке 2 месяца. Никак не могу отдать. Духу не хватает. Может, ты отнесешь? Струсишь. Что совершила ты? Отвечу. Вы говорить тошно. На небе зажимают нос и месяц закрывают. И ветер, целующий все вещи на земле. Улица Вана, Теряна, 50.
Жертву хочешь принести? Да, святой отец. Пошли. За кого жертвоприношение? За Егиша, святой отец, за моего сына. Один он у меня остался. Хочу умилостивить Господа, чтобы сын живым домой вернулся. Да будет принята жертва твоя. Благослови Господь раба своего Егиша. Во имя Отца, Сына и Святого Духа да сбудется воля Господня. Никол, идем отсюда. На, Никол, Чан, поешь жертвенного мяса. Никол, вставай. Ну, давай. Идем. Я не смогу отдать Аистан похоронку. А ты сможешь? Нет, Никол. Я тоже не смогу. Ай-яй-яй-яй. Смотрит как. Ты видишь его глаза? А его бантик? Видишь красный бантик на его голове? Как ты думаешь, баран сможет съесть похоронку? Нет, не сможет. Смотри, какие красивые у него глаза. Хочешь похоронку пожевать? Да ты что, Никол? Не хочешь, я сам съем. Что ты делаешь, Никол? Никол. Никол. Что не мешаешь? Никол, отстань! Посмотри мне в глаза, пожалуйста! Я на него смотрел! Никол!
Я хочу смотреть ему в глаза! Никол! Я хочу смотреть на его красный бантик! Никол! Не трогайте Никол, меня! Успокойся! Никол! Ты Ивана знаешь? Nein, ich verstehe nicht. Nicht verstehe. Иван до Берлина дошел. Ты понимаешь, нет? Наши уже там. Ich verstehe nicht. Nicht verstehe. Na, ешь. Них форште. Них форште. Все, ребята, можно начинать. Рубен, народу полно. Мисс Роб, на место. Ты тоже. Рубен, приготовься. Дорогие мои, постарайтесь играть хорошо. Все готовы? Носик подметай. Армен, давай занавес. Устьян. Приказывай, господин. Устьян, по-моему, день... К вечеру кланяться. А ты ослеп, не видишь? Не вижу, вот и говорю. Не пойти ли туда, в село, как ты думаешь? Что ж ты развалился? Ну, хочу отдохнуть немного. А как же ты говорил, что пойдешь в село за добром? Каким еще добром? Лежебока несчастный. Да подожди, я решил, сейчас пойду. Я слышал, туда люди кюроглы нагрянули. Все, что они привезли, я отниму. Что? Там как-нибудь без тебя лентяи обойдутся. Я мужчина, мне нужно появляться в селе. Мужчина нашелся? Да ты мышиную нору на тысячи туманов не променяешь, храбрец! Что ты мелешь? И вообще, за кого ты меня принимаешь, а? Люди! 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 Мужик! Носик! Мужик! Люди! Люди!